Работа Моне Владислава подходит к концу. Вот остался один маленький-маленький кусочек. И торжественная вот секунда. Влад, давай. И ну, па-бам. Ваши комментарии, Владислав? Без комментариев. Без комментариев. Михаил? Я счастлив, что... Нет, я не буду говорить, все. Вот она, готова. Маня. А теперь, сейчас начнется заново разборка этой мозаики. Да. Влад, приступай. В обратном порядке. Вынимай последний камень. Да, переснимаем дубль. Кроме того, что мы делаем мозаику, мы еще здесь учим испанский язык. Это Сандро, наш педагог по испанскому языку. Испанский! Миш, испанский? Да, испанский. Знаешь, прям, знаешь, всех учишь. Ну он, да, он говорит Насте, а мы слушаем и повторяем. Видеоурок! Миша отключился от этого безумного мира. Наушники. Спросил, как ему работается это, не зная русского языка. Вот. Он знает русский язык, я только что проверил. You are working here like journalist, without any Russian. Yeah, but I have an interpreter. Somebody who translates to me. Переводчик. Да. No, I have an interpreter. A person who translates for me. Классно. Классно. Круто. Да. Поехали дальше. Влад, твой вопрос к Сандро. They always take pictures. Мы все снимаем. Every. Yes. Да, вот. Да, в ВКонтакте. Все выложим. Вот мой. Знаешь что, о чем поют вот это, генерал песчаных карьер, там песня на бразильском, ну, на португальском идет. О чем там поют содержание? You know this song? They play Bossa Nova. They are all Russians, but they are very nice. And they play very good with their music. They play Bossa Nova, they sing in Portuguese, the girl. No, no coaches at all. She doesn't know how she sings.